Всем здравствуйте, друзья! Наверняка каждый из вас попадал в такую ситуацию, что вы за кем-то что-то доделывали. Например, устанавливали смеситель, ставили краны, и у вас торчит всего лишь навсего не закрепленная ничем и никем резьба. А муфта скрыта, и закрепить ее нет возможности. Примерно сантиметров 20 кусочек трубы и запаковано разными материалами. Здесь у нас есть герметик анаэробный, фумлента, нить рекорд, тангит унилок, вот он, а это нить рекорд, и лен с унипаком. В предыдущем опыте нам показалось, что все эти резьбы герметичны, и на данный момент они практически набрали свою прочность. В частности, вот этот гражданин, нет, ему, конечно, еще стыдно, там 23 часа и 10 минут, но за 50 минут, я думаю, что он схватился очень и очень мощно. И поэтому сейчас я хочу попробовать открутить все эти резьбы. И еще какой момент. Может, у нас трубка обломится? Все они у нас разных производителей трубки. Но я надеюсь, что не обломится, для того, чтобы узнать, какой крутящий момент нужно придать для этих трубок, для того, чтобы сломать. Я очень надеюсь, что сейчас мы их не сломаем. Ладно, поехали. Пытаемся открутить. Пошел. Даже на 5 ньютон метрах пошел, труба не обломалась. Это у нас лен с унипаком. Следуем дальше. Дальше у нас нить рекорд. Тоже пошла, откручивается. Я думаю, что нам не стоит брать во внимание трение о данную доску. Оно минимально. Помощи от него минимально. Хотя давайте я даже на весу буду. Так. И другое пошло. Фумлента также открутилась. И самый интересный гражданин, я считаю, что это герметик анаэробный. Ребята, и он у нас откручивается. Вообще. Это у нас получился весьма и весьма короткий эксперимент, опыт. Получается, что мы не видим, где у нас начало и конец трубы, но предположительно не более чем 20 сантиметров участок трубы, заглушка навернута, и отвернуть мы боимся, мы не можем держать. Но, ребята, как показывает практика, и она показала, с трубой ничего не происходит, не ломается, не на месте сварки, не там даже, где потекло. Все легко открутилось, хотя мы видели, что давление 45 бар она держала, стало быть, закручена была качественно. Ну и справедливости ради сказать, скажем, нормальными, не прямыми руками, потому что прямыми руками, на мой взгляд, ничего у вас не получится, а просто руками, которые опытны. Что, я поздравляю, мы вновь победили невзгоду в виде невидимой трубы, боязни обломать ее. Так что труба крепка. Это сговор упаковочных материалов производителей с полипропиленовыми муфтами и трубами. Все, пока.